Еще раз добрый день, с вами я, Александр Демидович. 2 января 2018 года. О валюте на данную минуту. Большинство банков стоят, не работают, но, например, в Златомисто Полтава банк предлагает нам такой курс. Доллар покупает 27.85, продают 28.30. Евро покупает по 33 ровно, продают по 33.70. На тротуаре Полтавы слабенькое движение, но тем не менее оно существует. Доллар покупает по 28 ровно, продают по 28.40. Евро покупают по 33.30, продают по 33.85. И для сравнения, в Харькове, все-таки на Харьков приходится равняться. Доллар покупают 28 ровно, продают 28.15, небольшой разрывчик. И евро покупают по 33.30, продают по 33.65. Всех с наступившим Новым годом, здоровья, удачи. Пока-пока.